Значит, привет всем ЧПУшникам. Хотел бы показать вам такой лайфхак. Короче, у меня проблема с коррекцией инструмента. У меня есть смена инструмента, но коррекция не работает. И сама смена не работает. Как бы она полуавтоматическая. Но я использую в данный момент три инструмента, и мне как-то их нужно корректировать. То есть я не буду постоянно отбивать ноль, поскольку, опять же, датчика нету для того, чтобы отбивать ноль. Значит, сейчас я вам покажу, как я вышел из этой ситуации. Значит, есть у меня три инструмента. Фреза 6 мм, центровочное сверло тоже 6 мм, ну, в принципе, это не важно. И также маленькое сверло для сверления. Значит, инструменты, естественно, они все длиной разные. Разные все длиной, но деталька у меня получается одна. И значит, как я вышел из положения? Значит, я первой обрабатываю фрезой 6 мм вот эту всю окантовку получается. Потом, естественно, мне нужно зацентроваться и так далее. Я, значит, обработал, у меня появился 0. К этому нулю я подъезжаю центровочным сверлом, обнуляюсь. Я, короче, на бумажечку там примерно плюс-минус, неважно. На бумажечку я обнуляюсь и проверяю, значит, значение у меня вышло минус 3 миллиметра. Значит, минус 3 миллиметра это будет как бы наш 0. Следующее я подъехал, значит, вот этим вот большим длинным сверлом. Длинное сверло у меня оказалось, сейчас посмотрим. Значит, центровка у меня оказалась плюс... минус, точнее, 5 миллиметров, 5,33. Мне нужно зацентроваться на 1 миллиметр, то есть я прописываю 6,33. Как это будет выглядеть наглядно в программе? Значит, вот уровни сверления. Я вот прописал дельта, минус 5,33, глубина сверления 1. Значит, инструмент первый наш скорректирован. Значит, второе. У меня есть сверло. Оно опускается вниз на 8.44 до касания к детали. Значит, что я сделал? Вот уровни. Вот я прописал 8.44. Это как бы 0. То есть коррекция дельта. Но если у вас другая программа, вы можете просто прописать 0. Например, например, 0.8.44, и вы заглубитесь на 13.8. И можете это все отнять, и там получится, я не знаю, минус, там, какие-то, минус 4 миллиметра. То есть, а глубина сверления 13. И вот так вот. Но, как бы, если это смотреть на визуализации, ну, то, естественно, визуализация показывает нам то, что мы неправильно все это скорректировали. Сейчас посмотрим визуализацию. Вот, значит, наша деталь. Вот, раз, удар сразу. Вот так вот у нас получается на визуализации. Но по факту у нас получается как бы все нормально. Так что можете пользоваться лайфхаком. Если есть какие-то вопросы, задавайте, подписывайтесь.